головокружение. Угу. То есть вот сигнал проблемы. Угу. Сигнал смотри, допустим, на меня или смотри. Четкий инструктаж, проработка каждой детали снаряжения и условного знака. Команды инструктора доведены до автоматизма. Тем более, когда на погружение решается человек, открывающий для себя секреты подводного мира в 78 лет. Еще месяц назад Сергей Кишишьян и представить себя не мог в гидрокостюме, маске и ластах. Умеренный ритм жизни крымской столицы, преклонный возраст. А потом он увидел кадры, на которых его сын помогает погрузиться инвалиду-колясочнику. Мама, я опять это сделал! Я сделал это! Такие похожие эмоции двух таких разных людей. Восторг, осознание, свобода. В воде все равны. Главное – дышать медленно, спокойно, не делать резких движений. Просто наслаждаться подводными видами и обществом причудливых обитателей морского дна. Увидеть своими глазами подводный мир в свои 78 лет – это бесподобно. На этом мое погружение не закончится. Мое погружение на тот год будет в Дахабе. В Египте Сергей будет нырять вместе с сыном. Технический дайвер с огромным опытом хочет показать отцу глубины Красного моря. Из моих достижений это проход арки Блюхола 75 метров и заход в пещеру Нептуна 75 метров. То есть это технический дайвинг. И мне просто захотелось поделиться своими впечатлениями с папой. В этом отцу и сыну помогли качественное снаряжение, теплая погода и хорошее самочувствие. В работе с пожилыми людьми есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Часто у пожилых людей проблемы с давлением, и у нас при погружениях тоже идут изменения давления, поэтому нужно обеспечить комфорт. Дайвинг противопоказан людям, имеющим хронические заболевания глаз, уха, горла, носа и челюстей. Но подводные погружения – настоящая панацея для тех, кто годами прикован к инвалидной коляске. Еще это плюс реабилитация, разработка суставов, там лучше всяких этих залов, там, когда эти массажисты там разминают. Тут само оно все разминается, да. Здоровый человек передвигается в воде в первую очередь с помощью ног. Инвалидов-колясочников выручает сильный характер и опытный инструктор. Нужно узнать особенности травмы, то есть что человеком было, что ему можно, что ему нельзя. Работа руками не приветствуется, можно выбить у себя регулятор, можно выбить регулятор своего соседа. Ну и вообще расход воздуха увеличивается, когда работаем руками. Ни в одном фильме, ни команда Кустов мы не видим, как они гребут. Дайвинг – самый безопасный вид активного отдыха. В статистике несчастных случаев занимает 22 место сразу после боулинга. Главное – не нарушать правила, слушать инструктора, соблюдать технику безопасности. И помнить – вода ошибок не прощает. Александра Карнович, Александр Смычек. Утро нового дня.